Есть, поднял. Евгений Васильев уходит, закручивает вокруг своей команды, под прикрытие ушел. И пошел, сам пошел в атаку. Заблокировали его прорыв. Пошли в ход плети. Там идет борьба, как в регби. Есть, удалось оторваться. Пошел в отрыв на скорости. Илья Ефимов старается прорваться к воротам противника. Отжали. Начинается борьба. Пас. Кулак уронили, пытаются поднять. Есть и борьба, но здесь очень плотная группа. Вот увидел открывшееся окно, пошел вперед. Отдал пас, сам прикрывает товарища, подставляет свои плечи. Снесли, снесли ворота, не считается, показывает мне Дмитрий Савченко. Ворота снесли до того. Команды в поле, сейчас продолжим борьбу с центра. Команды занимают позиции в поле, раунд продолжается, это не начало раунда. Но сначала нужно будет поднять улак в центре поля. Аплодисменты, аплодисменты нашим всадникам. Игра. Улак в игре. Поднят. Продолжаем, продолжаем играть. Борьба в плотной группе, пытаются вырваться под градом ударов. Продавливает, продавливает, несмотря на то, что противники буквально висят на нем. Вот увидел открывшееся окно, но загородили, загородили опять, отдавили в центр. Видите, что на периферии стараются отбить соперников, там мечутся плети, охаживая плечи, спины. В общем, почему придется. А в центре идет борьба. Вцепились в улак, не выпускают. Не дают оторваться всаднику вместе с улаком. Сдерживают его, не дают ему стартовать. Даже когда открываются возможности. И буквально заблокировали со всех сторон. Напряженная борьба в этом раунде. Равная игра, равные команды. И прямо в центре поля, буквально там, откуда все начиналось.
начинается борьба. Всадник одной рукой удерживает кулак, другой отбивается от насевших соперников. Товарищи не могут его прикрыть. Вот отрыв. Есть! В ожесточенном бою, не побоюсь этих слов, побеждает та команда, которая по левую руку от меня, со счетом 2-1, равная борьба.